Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области побывала с проверкой в Искитимской больнице. Поводом для визита руководителя стали несколько жалоб. В ведомстве пока не комментируют результаты этой поездки. Говорят, что сообщение на эту тему будет готово чуть позже. Однако обращения в министерство связаны с разными поводами, и они напрямую не касаются начисления заработной платы сотрудникам, которые имеют дело с COVID-19. Напомним, медсестры пульмонологического отделения опубликовали открытое письмо губернатору Андрею Травникову и министру здравоохранения Константину Хальзову с просьбой оплатить работу с больными коронавирусом. В министерстве пояснили, что данное отделение не является коронавирусным. Всем пациентам данного отделения в обязательном порядке делают тест на COVID-19 и при получении положительного результата их переводят в инфекционный госпиталь. А выплаты были начислены врачам и медсестрам пульмонологического отделения, которые оказывали помощь пациентам с ковидом с момента лабораторного подтверждения диагноза до момента эвакуации в инфекционный госпиталь.